Следственным отделом межмуниципального отдела Чамзинский возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 24 апреля в 2 часа ночи в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении к ним часом ранее с открытой черепно-мозговой травмой, рубленными ранами головы, переломами ребер и множественными ушибами 61-летнего жителя Татарстана. При проведении следственной оперативной группы межмуниципального отдела Чамзинский с участием эксперта-биолога ЭКЦ МВД Республики Мордовия первоначальных следственных действий с использованием криминалистического оборудования выяснилось, что преступление было совершено в бане, расположенной во дворе дома, где проживает родной брат потерпевшего. Полицейские изъяли бинты и одежду со следами крови, а также предполагаемое орудие преступления – топор. Подозрение в совершении противоправного деяния сотрудниками полиции был задержан родственник пострадавшего. По предварительным данным, 23 апреля мужчина приехал из Татарстана в Мордовию в гости к брату. Поздним вечером в бане во время распития спиртного между ними произошел конфликт. В результате подозреваемый нанес гостю множественные телесные повреждения по различным частям тела, в том числе топором. Осознав содеянное, мужчина испугался и сообщил своим родственникам о случившемся, после чего пострадавшему попытались оказать помощь и незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Вину в содеянном фигурант признал полностью. В отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Ирина Ерошкина, сотрудник межмуниципального отдела, Чамзинский.